Администрация Самары сформировала первые 5 компенсационных площадок для застройщиков, которые будут работать с проблемными объектами долевого строительства. Таким образом, новым инвесторам, которые взяли на себя обязательства по долгостроям, взамен будут предоставлены земельные участки, равные по стоимости вложенным средствам. Напомню, сегодня в Самаре проблемными считаются 26 домов, 4 года назад таких было 100. Как отмечают в администрации города, предоставление земель потенциальным застройщикам поможет в решении вопроса, поэтому в перспективе планируется выделить еще 7 площадок под эти цели. Вот мы с вами делали оценку компенсационных площадок, ранее предоставляемых застройщикам. Значит, я думаю, что мы должны очень внимательно относиться к земле, которую под эти цели выделяем, и рассчитывать экономику возводимого жилья. Нужно тоже регулировать на этапе заключения соглашения между потенциальным застройщиком, обманутыми дольщиками и, соответственно, министерством и департаментом, чтобы было понимание, что человек может заработать по каждому участку. Сверхприбыли допускать здесь нельзя, конечно.